Очищающее пламя. 94 пакета с наркотиками сожгли мурманские полицейские. В запечатанных упаковках находились героин, гашиш и марихуана. Вместе с ними огню придали шприцы, ложки и все то, с чем было конфисковано зелье. А чтобы от запрещенных препаратов не осталось даже золы, подливали горючую жидкость. Перед тем, как избавиться от наркотиков, их извлекали из упаковок. Так положено, чтобы члены контрольной комиссии убедились, что пакеты не пусты. По словам экспертов, последовательность уничтожения препаратов значения не имеет. Все горит одинаково хорошо. Веса в этот раз разные. Особо крупных весов не уничтожается. Максимальный вес здесь героина 53 грамма, вот единожды изъятый. Все остальные веса, где идет 0,01, 0,05, ну и где-то там 5-6 грамм героина. По гашишу, марихуане тоже где-то по 50, по 60 грамм.